Вы смотрите РТС Ахпарат. В областном филиале партии «Нур Отан» прошло внеочередное собрание депутатской фракции. Обсуждалась реализация показателей дорожной карты занятости за 5 месяцев текущего года, а также проблемные вопросы реализации предвыборной программы партии в городах и районах Павлодарской области, в том числе строительство крупных социальных объектов. На сегодняшний день у нас уже 18% программы, которая на этот год запланирована, реализована, то есть исполнена. Вот. Дальше у нас в процессе реализации есть большая часть проектов. Основная часть – это капитальные ремонты, строительство, которые будут проводиться в теплое время года. Соответственно, это второй, третий квартал.